Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Алиенору Аквитанскую в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать просмотр с самого начала. Кроме того, напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества. Ну а всем остальным, приятного продолжения просмотра. Странно, я думал, Лиссабон будет уничтожен. Гильгамеш 66, у меня 52. У меня дофига денег. Я не думаю, что ему есть смысл вообще на меня нападать. То есть я полностью готов к нападению, если что. А, здесь ставим... Вот, создание военных лагерей. Так, ну и чудеса, наверное, можно уже убрать. Эти бонус соседства кампуса. Сейчас еще открою наемников. У меня вообще тут все можно апнуть будет. Слушай, а может меня апнуть в пикинеров и напасть на Гильгамеш, убить ему все эти юниты, его дурацкие. Вот, смотрите, одинаковые абсолютно. Но я, с другой стороны, я не подготовлен для атаки города никак. Угу. Преслов. Нет, пока ничего не... Блин, прям хоть ты поставь карточку на создание осадных юнитов и нападай. Акведук можно построить, да. Клетку. Так, надо строителя и тут центр коммерции, видимо, ставить. Хотя, блин, с другой стороны, здесь бы акведук тоже. Давайте, наверное, акведук сначала. I should probably start building some campuses. Oh, dear. My production is not good. Говорит, не очень много продукции для того, чтобы кампусы строить. О, литература пошла. I held up a fistful of sand. Ну тут ждем наем. Where I can settle? South of Armor. Yeah. Thank you. I know there's a bit of tundra there, but there's some decent coastal settles. Okay. Говорит, you что... Kill the city state yet? Nope. You could also kill Armor if you want. Говорит, что тут вот рядом с армой можно селиться. Говорит, еще арму убить, но, честно говоря... Честно говоря, не знаю. Так, давайте, наверное, Магнуса пересадим. Наверное, в Шеффилд. Тут вот есть что вырубать. В Лондоне строить. You don't get any Мачу-Пикчу. Civil surface in the queue. Кстати, это
Интересная идея. I know it's slow, but fine. Five turns. Wait for it. Так, арбалеты тоже есть. I know. Yeah. Поехали в картографию. Go ahead. I'm fucking done this game. Why? I offer him friendship, and then he settled like 8 tiles for my cap. I'm leaving one more city in between. Бразилец на кого-то ругается. Yeah, just do it. Whatever. Я думаю, что Шумер передумал нападать на меня. Но он собирался, прям откровенно собирался. Но сейчас уже бессмысленно. То есть я готов к атаке его юнитами. Где буря начинается? О, недалеко. У меня тут могут быть проблемы. Ай-яй-яй. Так, ну что, Лиссабон, видимо, тоже отправить. What you want? Are you can send me when I'm ready. И yeah, but you can send me посадим в Лондон Кингал. I'm going science with this MIP. So something else than science. А что это я заметку поставил? Случайно. Так, Фес, по-моему, под влиянием Голландии. Нет, это Шумер уже? Нет, то есть ты... Это Шумер. Да. Chance is all powerful. It didn't last. Так, мне вот тут надо вырубить лес, вырубить. И тут театральную площадь в Стоун-Тренте строить. Вообще, можно акведук сделать. О, пошла жара. Понятно. Так, скидка. Send me friendship. Давай, удачи с этим. Так, тут я еще куплю даже рабочую. И строителя буду... Или, подождите. Yes, in 5 turns. Forgot. Same. 6 turns, 5 turns. Exactly. Yeah, the sign the same. Ты уверен, Шумер? Он все-таки решил в рыцаре, блин, апнуться. Клавер. Sorry, I didn't hear you. England, are we long term? Are you planning on backstabbing at any point? Excuse me? I said, are we long term friends? Are you planning on backstabbing at any point? No, it's Clavier gonna attack me, so. Oh, okay. Okay. You don't die? Nope. Not now, he mean. Not for a long time. And Clavier, are you sure about that? Clavier, are you sure to attack me? I'm considering it. Let's kill friends instead.
And I'm friends with friends. I don't want to backstab. You can end this friendship, then make friendship with me and kill friends. That's rude. No, it's okay. It's not okay. Sounds like Russian. Дальше сюда идем. Вырубать. Так, подводим юниты. Театр. Блин, нормально так тут Маури расселился. Улучшение юнитов, наверное, можно убирать. Я больше пока апать ничего не собираюсь. Кстати, я могу использовать этого... Давайте мы, наверное, сделаем броненосца. Это повысит силу моих городов, по идее. Да, жалко. Мачу-Пикчу мне неплохой бонус бы дал. Can I get this back? Yes, sorry, I forgot it. Yes, of course. No. It's alright. Давайте. It's блин, и Пингалу right, хочется повысить на исследователя. И Рейну хочется посадить, чтобы бонус соседства. I think you давало. Graduated. Давайте в Newcastle upon Time назначим Рейну. With the musical major. F does love F to does, sing, neither can F does went the 8. Видите, 60. 60 стало благодаря броненосцу. Я не знаю, как он собирается города брать. Даже рыцарями это уже тяжело взять. HD H D. PhD. ADHD school. I went to other ADHD school. Он даже дорогу ко мне проложил. Интересно. Не, ну, я не знаю. То есть... Это... Бессмысленная война будет, если он нападет на меня. Это не берется. То есть, даже если бы у меня сейчас юнитов не было, то город с 60, вот он нападает, там, например, рыцарями и катапультами, и он долго его пилит, я успеваю за это время еще что-то построить. Не знаю. Там можно плыть по селам, селиться. О, водяную мельницу не построил. Давайте, может, её купим? But once I did it the wrong way round. I built audience chamber rather than ancestral. Like, where is my worker? No, usually I build ancestral hall when I want audience chamber. But this time I just like, oh, must not make that mistake. But actually I wanted ancestral hall.
I'm gonna have some loyalty issues if I don't take. Блин, знаете, еще Мачу-Пикчу, тут у меня был бы плюс 2 для театралки моей, получается, а так не будет. Но все равно театральную мы здесь будем строить. В любом случае. Порно я смотрю. Или упоротый, я не знаю, как лучше. Ну, то есть он копит деньги, апает все в рыцарей. Типа, хотя и так видно, что... Ну, давай, давай. Ладно. Может, это парень быстрая рука, знаете, который перекликивает даже... So, what is the idea with this game? О, нанмадол. Мне сюда надо... Мне сюда надо... жителей, послов. Купы 107, это явно потому, что благодаря Нанмадолу. Угу. Да, недооценил я купы, но слава богу, что я в союзе именно со мной. Бомбарды. Боже, когда ж ты уже нападешь на меня? Кресло хотела кведук. О, Dark Age. Want to cry. Так, ну мне надо. Yeah, о, пошла война. Oh no, 20 minutes too loud. Is he dead? No, he's not. By the way, he is using the same ISP with me. So usually not. Так, мне следующим ходом надо будет взять. Ну, паузу. Чувак вылетел, пока пауза. Unpausing. Так. Чувак вылетал. Кого будем обстреливать? What was I doing? I hate stopping and starting and just with that. Мне надо будет поставить карточку на... Anyone remember what I was doing? I think you were about to give me gold. Oh no, I've just spent it all on building. Nice. Блин, долбанный скаут. Requiem. What? Are you at war with anybody? Sorry? Are you at war with anybody? What's your plan? Why should I? I don't
Так, ну тут надо будет убрать, видимо. Или встать мне сюда. Караван будет грабить мне. Да вроде. Ну блин, ну как всегда пропустил какое-то говно. Мне рабочего здесь захватил. Полный бред какой-то с моим, с моей войной. Еще плюс 5 против кавалерии. Грабит под караван, получается. Деспы. Так, к обороноспособности города. Тут кампус ставим. Осадных стен. Marius sent you a deal. Did you? I'm have a lot of see here. Why not, France? Why make military alliance if you're not gonna be? I don't see the point in that. Блин, ну мне тут надо вырубить этих Intergal. Ладно. Ой, блин, мне надо же поменять на торговую республику. Просто так, сейчас надо посткликать, убивать этого скаута. Тварь. Yeah, if you need something for me, just send a deal. А я с Фесом воюю? Да, я с Фесом воюю. Have you just got coastals? I'll bring my frigates down to help protect you, hun. And if it looks like he's killing you, then I take your food. Так.
By the way, Alex, is the offer of killing friends together still open? Because yeah, yeah, it's much yeah, more interesting than to fight yeah, each against the other. Let's kill him. I mean, come on, you can't give someone military license and don't declare. Okay, we don't attack each other. Okay, okay. How many turns you? Ooh, it's gonna be a while for me till I can attack him. I think. Let's see. Oh my god. Agents. And we declare aliens. Yes. Yeah. Okay. In 18 turns, we attack France. I hate it. Okay. Let's be prepared. All he's gonna do is build units now. You can start earlier. But thank you. Wait a bit. No problem. Да, фу, мы договорились с Шумером атаковать Францию. See, I'm a very reasonable person. It's because you knew you have no chance. Well, I prepared for your attack. I think gonna war here. You prepared very well. I think with a military alliance, maybe I could have pushed you at Curaçao, but no. Nope, you can't. I think the better place is not to even try. Так, давайте тогда пробовать. Так, сменяем, во-первых, на торговую республику. Во-вторых, ставим на строительство осадных юнитов. И надо строить. Я бы уже Францию атаковал, честно говоря. А у Шумера 18 ходов с ним дружбы. Так, ну мне надо выйти в порох. Тогда. Oh, by the way, Jessica, you should time me first now, so that FS doesn't attack English units. Excuse me? Nope, sorry, I've spiked 6 in, put 2 more in. That's fine. Так. Ну, у Франции есть какая-то армия, кстати. Ну, как раз генерал еще. На этих юнитов, которые работают. Так, значит, здесь строим осадную башню. А, это вспомогательный юнит, он не... Ладно, тогда катапульту. Тут катапульту. Потому что эта карточка только на осадные юниты, а это вспомогательные считается. Я тут не могу районы строить. А почему? Подстава. Ну блин, я зря вырубал, получается. Придется торговца сделать. Так, а смысл в постройке тут акведука, если у меня не будет тут рядом промышленной зоны, получается. Да. Нет, знаете что, мне надо морскую традицию открыть. У меня тут бонус для гавани. You're not using your iron rod, let's go.
пастбище разграбил. Ну вот я этого пропустил, блин. Не очень удачно пропустил. Наверное, можно объявлять войну. Так, этот же работает на пикинеров, так? На юнита в средневековье и возрождение. Это у нас юнит... кого? Средневековье. Поехали. Он стены построил. Хорошо. Не больно. А вот это больно. Так, значит, мы так сильно лезть туда не будем. Льцы и пикинеры. А есть ли у меня порох? Кошат, кошам. Блин, есть у шумер. Can you speak a little louder? Can you move your galley, please? I asked you last turn and still haven't moved. You're blocking my builder. Thank you. Да. У меня нету пороха. Теперь меняем. Блин, мне надо теперь в верфи выходить. Строит. Да, ну арбалеты больно бьют по пикинеру. Дополнительный ход, если вы обратили внимание, то дополнительный ход у юнитов появляется. Это благодаря генералу. Черт. А, я откуда-то получаю, слушайте, селитру. Но мне надо будет тогда бомбарды открыть. Слушайте, а как шумер был уже в бомбардах, я чуть не пойму. По развитию он вот здесь, но у него были бомбарды. А, нет, стоп. Все правильно, по развитию он вот здесь.
Тогда беру свои слова обратно, но у меня нету пороха. Три хода. Ой, я поспешил, наверное, с объявлением войну Франции. By the way, you've got quite a big army. You should use it to attack France. Yeah, okay, I can send some. I mean, it's gonna take a while for me, because I'm still allied with him, but I will stop that. You're allied with who? Yeah, I'm allied with France, but like he made military ally with me and he didn't want to declare on England, so I'm just going to kill him together with England then. Just have to wait a bit until the alliance runs out. Okay. О, у него мушкетеры. Так, ну тут, видимо, стоит отступить тогда. С мушкетерами я не справлюсь. I'm a little bit confused here. You're talking about you're a pal with Ocean, yeah? Well, I will no longer be pals with Ocean in like what's it, 15 turns? Why? Because he didn't. He gave me military lines and didn't declare on my enemy. So I basically lose plus +5, which sucks. And it's a shitty thing to. It's a shitty thing to do to your ally. You should put it to me. We can change. Просто постоим. No, it's fine. Like I'll the military ally with England, and then we can come together. England, who? The one I was initially declaring war on. Alex? Yeah, yep. Alex. Okay, so you're swifting partner. That war was cheating. Так. That war wasn't gonna go anywhere, especially without military alliance. Even with military lines, it'd be really hard. Ладно, повышу уже пингалу на науку или на культуру. Так, следующим ходом у меня будет... Надо будет поставить карточку и в Нанмадол отправить. Чтоб культура мне была. Что-то там Австралия вообще страдает. Вообще никакая. Давайте мы... Право прохода попросим у Голландии. Germany, why did you do that? I tried for almost all games to take Vilnius and you. 4 хода. 4 очка. He is not your friend. How come you don't know that? Так, ну у меня там уникальный юнит, по-моему, да? Морской пес. Если что, мы его купим. Отлично. Лесопилку надо построить.
As a young boy, my brother... Предоставляет капер. То есть это вот, вот вам и морской этот будет у меня сразу. Морской пес, который. То есть даже можно будет не покупать, я так понимаю. Да, все, я вышел в золотой век. Отлично. И я рад. Так, а где там мой поселенец? Блин, а как бы мне его, в общем-то, высадить? Видимо, вот сюда надо. Так, нет, вот так пока. Your capital, you're so good, Jessica. Так. Ждем. О, Маскат и Занзибар уже перекупили. Отлично, только Лиссабон. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества, а для всех остальных оно запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!